На базе школы «Лидер» в Химках второй раз проходит региональный этап чемпионата высоких технологий. Участники соревнуются в современных дисциплинах, востребованных в высокотехнологичном производстве, цифровой экономике и импортозамещении. По трем компетенциям ребята из города Химок в возрасте от 14 до 16 лет в категории юниоры отстаивают честь на то, чтобы показать свой самый высокий профессионализм в программировании агророботов, в создании виртуальных миров, а также в создании оптоэлектрических цепей. В рамках чемпионата ребята разрабатывают виртуальные музеи, проектируют и собирают неоновую вывеску, а также проводят сложные технические работы по программированию агророботов для посева растений. Задания непростые, но интересные и креативные. Мы создаем вывеску логотипа школы. Потом в будущем будем ее настраивать, чтобы она светилась разными цветами, какими нам угодно. Участников состязания оценивают профильные эксперты, каждый из которых специализируется в своей области. Если человек у нас понимает в оптоэлектронике, да, он, соответственно, может оценивать ребенка по таким важным критериям. Программирование, соответственно, туда же идет, потому что чемпионат высоких технологий в данном случае как раз-таки предполагает, что у нас на каждой компетенции что-либо программируется. Финал чемпионата высоких технологий традиционно пройдет в сентябре в Нижнем Новгороде. Елена Тараненко, новости Химки ТВ.